миграция, министрительная делегация. Мини-проект «Содействие участию кайрылмана в жизни общества» дошел и до села Талдысу Алайского района, где проживают памирские кыргызы. В мероприятии приняли участие специалисты разных профилей, в том числе и юристы. Они отвечали на социальные вопросы, предоставляли юридическую консультацию как переселенцам, так и местным жителям. По словам кайрылманов, местные власти уже собрали необходимые документы на оформление пенсии. Документы подали три женщины, но две из них не достигли пенсионного возраста. Сейчас они просят у властей пойти им на уступки. Нам сказали, что возраст не позволяет выйти на пенсию, но мы очень нуждаемся в финансовой поддержке. Мы только переселились сюда. Мы получили паспорт, стали гражданами Кыргызстана. Теперь мы хотим, чтобы нам оформили пенсию. Ждем с нетерпением. Данное мероприятие было организовано отделом Ассамблеи народов Кыргызстана по Ошской области. Ранее при сотрудничестве с проектом «Единство народа в разнообразии» была открыта швейная мастерская для этнических кыргызов, проживающих в Оше, в которой женщины научились шить. Наша задача – помогать памирским кыргызам. Все рекомендации, требования, мнения, нерешенные задачи кайрылманов мы стараемся решить и довести до руководства страны. Сейчас проблемами кайрылманов занимается Ассоциация этнических кыргызов. Она постепенно решает различные социальные вопросы. Одним словом, она помогает этническим кыргызам влиться в общество. С текущего года уделяется особое внимание вопросам трудоустройства памирских кыргызов. Главная цель, чтобы они смогли самостоятельно обеспечивать свои семьи. Подобные проекты помогают переселенцам находить работу. Так уже 10 женщин работают в швейных цехах. Отмечается, что действующий проект «Содействие участию кайрылмана в жизни общества» завершится в августе этого года. Ахмир Нурдинова, Чыңгыз Талантбеков, Эдил Алиев, ЛТР Ош.